Привет, мальчишки и девчонки. Да, мы пойдем на мастер-класс, на котором будут готовить разные вкусные вкусняшки, вкусняшности и всякое для такое деток. Для деток, что можно покушать и попробовать. Ну я что, пойдемте? Да, желток. Кафешка. Такое интересное название. Вот мы зашли. Сейчас мы разденемся. Такие конфетки. Вот мы зашли. Здесь будет все происходить. Очень красиво. Да, очень красиво. Все интересно. Наш любимый цвет желтенький. Ну что, будем сейчас вам показывать, как все будет у нас проходить интересно. Влад, ну что вам нравится здесь? А что бы вы хотели сделать? Не знаете? Вам расскажут, что можно сделать, да? Вы попробуете это делать? Ну, давай посмотрим. А где что делать? Ожидала. Ребята получают фартуки. Влад, у тебя получится одеть фартук? Святу поможешь? Так. Свят уже одел фарту. Влад, нет. Не можете разобраться? Да я умею разобраться. Свят, ну что, ты одел фарту? Да? Теперь Влад одевает фарту. Свят, приготовимся, Влад уже на подходе. Свят готов, Влад только приготовился. Так, детей учат, как делать мохито. И сейчас берем и наливаем это сэвэн апом, одну секундочку. Все, мохито приготовлен, Влад и Свят пробуют. Ну что, вкусно? Класс! Свят! Тебе нравится? Сбивается. Перемешивается. Шоколад. Ребята распробовали мохито, не могут оторваться. Уже по третьему стакану выпивают. Смотрите. А мы сделали без лимона. Свят. Свят пузыри делает, да? Шоколад уже растворился. Это принесли новые ингредиенты. Будет... Это уже третий. Да, это уже будет третий. Третий мастер-класс. Мы пока не знаем, что это еще будет. Вы выпили уже и по третьему мохито. Да, молодцы. У нас следующий этап. Значит, полученную массу мы отправляем в посуду для запекания. И в духовой шкаф отнесем сейчас. Процесс идет. Процесс идет, а Свят продолжает пускать пузыри. Теперь все это пойдет в духовой шкаф. Сироп и сиропы. Сироп клубника и сироп гранат, гренадин. Готовим шот. Мы учим. Из-за того, что у него плотность очень маленькая, у нас получится выйти шот. Мы пяточку на краю сахарного сиропа прижимаем и наливаем гранатовый хэш. Соответственно, у нас получается слой, как вы видите. Почему? Вот капель наливаем. Соответственно, гренадин опустился вниз. Почему? Потому что самая большая плотность. Влад готовит шот собственными руками. Налили буквально пару больше. Потому что сироп очень сладкий. Еще лей. Лей. Все, наверное, достаточно.
Можете теперь свят. Попробовать какой-то вот этот мешок. Да, да. Второй слой. Чуть выше сам. Что-то Влад делает. Мама помогает. Грейпфрутовый. У всех получается свое. Да, все правильно. Влад, достаточно? Давай, Влад, свято передавай. Так, теперь свят. Второй слой. Почай, пробуй. Теперь каждый, конечно, попробует. Подождите, не спешите. Не забывайте, что первый слой у вас более кислый идет, дальше уже более сладкий. Юные экспериментаторы приготовили мохито, приготовили шоты. Сейчас ждем панда. Вот такой фондан. Это шоколад запеченный, а внутри жидкий. Ну как? Пахнет так вкусно. Аромат, я аж сюда ощущаю этот аромат шоколада. Ты можно еще... так делать ингаляцию. Да, ты еще не пробовал? Ай. Чички, да, стаканчики? Да. Какое оно, Владик? Вкусное. Вкусное? А ты еще не пробовала, говоришь, вкусное. Или ты уже можешь предположить, что оно будет вкусное? Да. И мы с вами прощаемся, так как я ухожу. Всем спасибо, что вы здесь были. Свят уже наелся фондана, да. Мама помогает ему доедать. Мальчишки и девчонки, мы были в кафе «Желток», где нам провели мастер-класс и научили нас готовить фондан, мохито и также шот. Да, ребята готовили сами шот, фондан нам помогали готовить, и мохито нам бармен помогал готовить. Нам все очень понравилось, и ребятам тоже понравилось. Пока-пока, с вами была и Свят. До новых встреч! Да, смотри, пока-пока!